Почти международный конфликт разрешили в суде Советского района областного центра. Прокуратура поддержала обвинение в адрес двух представительниц цыганской национальности. Они похитили кошелек с деньгами у гражданки Франции. Прецедент произошел в конце декабря 2016 года на вокзальной площади. Цыганки попросили подаяние у женщины с ребенком. Увидев деньги, одна из обвиняемых вырвала из рук потерпевшей кошелек и скрылась. Вторая угрожала матери с несовершеннолетним сыном ножом. Виновных в случае задержали по горячим следам. Обе свою вину признали. Суд приговорил указанных женщин одну к исправительным работам сроком на 8 месяцев с удержанием заработка 10% дохода государства, а вторую женщину к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил.